Ну что ж, я продолжаю делать свои видео из серии «Кто круче, кто кого, кто лучше всех и успешнее всех на просторах интернета». Итак, когда не было дружко-шоу, мы знали только их двоих. Мы не знали таких слов, как «хейпанем», но по их рекомендации мы либо одобряли видео, либо ставили ему дизлайк. Речь, конечно же, сейчас пойдет о настоящем гуру нашего русскоязычного интернета. Итак, с одной стороны, или как говорят в боксерских поединках в левом углу ринга, Макс плюс 100-500! Ну а в правом углу ринга, this is хорошо, кто лучше, кто круче, кто интереснее, на кого люди и табунами стоят, чтобы подписаться на их каналы. Давайте-ка разберемся, поехали! И мы начинаем с Ютуба. Итак, на канале Макса плюс 100-500. 8 415 249 подписчиков. На канале This is хорошо. 5 899 018 подписчиков. Мы видим, что This is хорошо обгоняет по этому показателю Макса плюс 100-500. И мы ставим ему одно очко. Идем дальше. Самые популярные видео на канале. У This is хорошо. Это адвокат Хорватия. Посмотрели 7,2 миллионов человек. У Макса плюс 100-500. Самое популярное видео. 12 миллионов просмотров. И очко мы присуждаем Максу плюс 100-500 за это дело. Теперь идем дальше. Их официальные группы ВКонтакте. О, this is хорошо. 853 344 подписчика. У Макса плюс 100-500. 2 миллиона подписчиков. И естественно, я очко присуждаю Максу плюс 100-500. Идем дальше. Инстаграм. У Макса плюс 100-500. 1780 публикаций. У This is хорошо только 227 публикаций. И вновь очко уходит Максу плюс 100-500. У Макса плюс 100-500, 774 тысячи подписчиков. У This is хорошо 19 002 подписчиков. И вновь очко уходит Максу плюс 100-500. Оформил Максу плюс 100 подписки на 209 каналов Инстаграма. У This is хорошо лишь только 9 подписок на каналы Инстаграма. И вновь мы присуждаем очко Максу плюс 100-500. Итак, кто победил? Давайте-ка посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5. Барабанная дробь. Победил со счетом 5-1. Макс плюс 100-500. Он круче, он лучше. This is хорошо. А This is хорошо — это всего лишь навсего его жалкая копия. Ну что ж, поздравляю Макса. Увидимся, друзья, на просторах интернета и в реальной жизни. Пока.